Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс Механик. Всем привет, ты меня оглушил. Да? Нет, я тебя не бил. Оглушил? Ну ладно. Хорошо. Мы играем в ZAMP на сервере Advance RP, сервер 7, Silver. Ссылочка на сервер в описании под роликом, также там есть наши ники, которые можно указать при регистрации. Нам за это капнет денежка. Нам нужна денежка, потому что у нас нет ни жилища, ни черта. Мы бедные, как вон тот Бен Джонсон, который взял бесплатную еду для бедных. Черт. Бен Джонсон. Я бегу к тебе, я вижу, копы достают. Джек-потрохитель тут какой-то. Бегает. Просто Джек. Это просто Джек. А другой смертник. Смотри, один Джек, другой смертник. О, нифига, ты видел, чувак, на чопере. Подожди, ты где? Вот я. Где? Я тебя не вижу. Я рядом с Джеком. А ты, как твой ник? Донни Браско. А где ты? Борис Левин. Вова. Вот если Бен Джонсон, вот автобусы два штучки подъехало. Рита, Борис, Вова. А, ты на этом, ты на другом автовокзале, наверное, отспавнился. Наверное. А как тогда мы видели одинаковые ники? Черт, я не возьми. Знаю. Подожди, ну ты там, где тут вот мы на автобусах катались, через верх проезжали, да, через хреновину? Да. Стоп, так... Нет, подожди. Я на другом конце этой хреновины. Какой? Той самой. Подожди, ну то есть ты находишься там, где стоянка автобусов или нет? Да, где такси и автобусы. Рядом с пляжем я нахожусь, вот где. Так сказал бы сразу. Так я так и сказал. А ты где находишься? А я там, где перекат тут играл мне. А у вас там елка есть? Так и здесь перекат, и здесь елка есть, да. Я бегу. Я могу такси взять и подъехать на такси. Давай, бери такси. Я взял такси. Я бегу пешком. Отлично. Ну, я, по-моему, подъеду туда. Я через этот сейчас перекат огромный перееду и окажусь там. Не надо через перекат. А где ты? Так я бегу туда. Я не смогу найти тебя. И автобусов. По маршруту автобуса едь. Да я же разве помню его? Просто вы едете в сторону этого спавна. Это слишком сложно. Хорошо, хорошо. Я бегу. Надеюсь, мы встретимся. Я думаю, да. Хотя это вряд ли. Да. Даниэль Ривер. Я это прям вот, знаешь где? На этой. На мэрии я сейчас. А, нет, ты же не в ту сторону идешь. Я уже почти прибежал. Да? Мне вернуться назад? Да, в принципе, да. Ты меня сейчас увидишь. Я бегу в красной рваной рубашке. У меня у самого красная рваная рубашка. Я не вижу тебя. А я вижу медленные автобусы. Ты видишь медленные автобусы? Так, подожди. Я видел, сейчас один выехал автобус. Откуда столько людей тут? Блин, на мне человек стоял только что. О, я тебя вижу. А я не... Ты остановился. Да, где ты? А вот ты думал, за кустиком спрятался, засранец. Погнали к елке, посмотрим, что там под елкой есть. То есть тут подарки какие-то под елкой? Конечно. Этого я не видел. Где моя елка? Примите. Вот она, вот примите она. Примите меня. А там было, у нас там было две елки. Для черных и белых? Слушай, реально подарок есть. Но? Мы можем взять его. Подожди. Молоток. Новогодняя шляпа. У меня есть уже шляпа? Посмотри на мою шляпу! Она красная, Леха. У меня шляпа красная. Ты видишь? Штамп. Нифига ты качок. Красная шляпа. О, огнемет есть, прикидываешь? Лазер. Голова петуха. Шапка с черепом. Это что такое? Это байкерская. Шапка с анимацией. Что это? Вот, с меня зеленый бимбо. Ядрион батон, посмотри на меня. Я как фея, смотри. Начиная фея. Нет, ты пердишь, по-моему. Смердячий запах от тебя. Посмотри на меня.
Сейчас, сейчас. У меня галлюциногенная шляпа. Ё-моё, у тебя колесо за спиной. Ладно, не хочешь, как хочешь, я голову петуха тогда одеваю. Только это она переливалась, непонятно как. Да, она галлюциногенная. А ты можешь убить меня гантелей? Военная каска, повязка на глаз. Я чё, пират? Смотри, Михал. Подожди, лого самп. Что это? А где оно? О, ни хрена себе, глянь, у меня как цепак у рэпера. А как надо ресет нажать, чтобы все убрать? Да. Так. Давайте наберем ресет. Что-то горит. Ты горишь? Да. Самосожжение. Так, лазер. А где у меня будет лазер? О, смотри, указочка лазерная. Я как Люк Скайуокер. Ох, так, что-то мое такси пропало. Я просвечиваю тебя насквозь. Неудачно запустившийся фейерверк. Это что такое? О, я тоже горю. Карманный фонарик. Короче, что сейчас делаем? Так, воспользуйся. Зеленый дым, красный дым. Ух ты, смотри я какой. Глянь, я святой, посмотри. Михалыч, я готов. Короче, нифига себе, знаешь, как делаем? Где таксишка твоя? Да пропала. Надо новую брать. Кем я работаю? Доска, кейс, огнемет, штанга. Таксист, отлично. Короче, смотри. Одевай мигалку. А где она? Сверху. Все, сними, одень мигалку. Сейчас мы выйдем на патрульном такси. Но я не вижу мигалку. А, нет. Сверху. Мотаж. А, вот мигалка. То есть, блин, что тачка похожа. Ты имеешь в виду просто без всего? Просто мигалка? Да, короче, садись с мигалкой, наверное, сзади, справа, например. Сейчас. Мигалка. Или таксишка просто неподходящая. Нет, а давай я здесь сяду, и мы будем типа мигать вдвоем. Не-не-не-не-не. Давай сзади садись. Блин, да он... сзади. Да и не хочет он садиться назад. А ты сядь сзади. Сейчас. Подожди. Блин, что он у тебя такой низкий? Он заниженный просто. Не, он все равно впереди садится почему-то. Вот так вот, видишь, то есть она торчит, и этот и мигает немножко. Но у тебя он короткий какой-то. Во, садится назад. Не, он даже сзади мигает. В смысле, даже сзади. Что это за хрен с нами бегал? Я не знаю. Надо попробовать другую таксишку. Или тачку в аренду можно брать здесь? Нет? В той еще хуже будет. Надо какую-то низкую тачку в аренду. Лучше кабрик. Давай найдем тачки в аренду. Она еще выше, смотри. Давай я сейчас все. Посмотрим. Так надо по мне проверять. Видишь, вообще не видно. А сзади? Точно. Давай найдем тачку в аренду. Rent car. Садись, rent car. Садюсь. А чё у нас мигалки тухнут, когда мы едем? А вот сейчас опять засветились. Они как-то это, то светятся, то не светятся, не поймешь. Надо дверь закрыть. Нормально. Какую? Все двери вроде закрыты. Заднюю. Не знаю, смотри. Вроде все были закрыты. Летим. Все, теперь можно устраивать патруль. Надо было еще двоих. Стоять. А кем мы можем, по сути, устроиться? Но дальнобойщика не будет торчать.
Не-не, давай реально это, найдем тачки в аренду, должны же быть они, нет? Не знаю. Напиши ваши документы. Что Полиция. Он сел? Нифига себе. Напиши ваши документы. Что это? Это нигеры какие-то. О, смотри, нифига себе, во дворе его прям стоит. Вот это фартануло, да? А, смотри-ка, посадил кто-то ее, посадить можно. Ты видишь, да, то, что с другой стороны две стоит. Ну ее видишь, мы подъехали, написано, посадил такое-то, такое-то. А, да? У меня да. Не светилось. Не-нет, посадил, вот здесь тоже, видишь, кто-то посадил. Ни хрена особняк какой, смотри, деревянный. А у меня не написано, что посадил кто-то. Вот, подожди, посадил кто-то. Нифига себе. Прикольно, да? Угу. Обычно вот здесь должны быть аренда. Вот на это, налево. Налево. Там продажа. Ну так и там и аренда может быть. Ну погнали. Да проверим просто. Зад производство продукта. Мы тебе не такси, мы копы. Охренеть. Дель Дука. Ха-ха-ха! Мы его запалили. Пердак его. Давай, отлично, отлично, отлично. Смотри, здесь мы найдем что-то. Виу, виу, виу. Виу, виу, виу. Нам бы... Давай кабрик это возьмем. Что за... Да он какой-то стрёмный, он дорогой. Вон другой кабрик, вон тот кабрик. Я хочу по высоте посмотреть, где какие тачки. Я думаю, что в кабрике нам будет самое место. Так, с этой немножко торчит. Немножечко. Так надо мне проверять. Я же пониже. Ну, мне-то попроще будет. Так я думал, мы одну возьмем тачку. Но вдруг я за рулем буду, понимаешь, если во всех хреново будет. И чего, я не понял. Какая разница? В этой, смотри, смотри, как в этой, как в пикапе торчит у меня. Сейчас, ты видишь? Сейчас, подожди, не вижу. Ну и ладно. Короче, в пикапе офигенно. Если что, берем пикап. Вот в этом красном пикапе, смотри. Да я как... понял, что в красном пикапе. Нет, у меня не торчит. Слушай, у тебя реально торчит, а вот в этой. Но в пикапе больше всего торчало. В этой почти торчит. Может, мне надо костюм купить? Слушай, может, скины надо купить? Самого высокого торчка. Да, просто самого высокого торчка купить скины и все. Может быть, в эту надо? Бесплатно тебе скины, по идее, можно взять. Какие? Которые мы смотрели в прошлой серии. В смысле бесплатно? Мы же что-то платили там. А, в натуре. Платили, да? Я уже забыл. Слушай, ну это варик. Это варик. Давай возьмем тачку. Поедем, поменяем скины, возьмем, допустим, Путина какого-нибудь или Обаму. Короче, я думаю, что в идеале брать тот пикап. Пикап. Да. Давай берем пикап, садись за руль и идем, возьмем черные скины какие-нибудь. Рент. Так. Отлично. Все, сейчас черные скины. Слушай, а какой там адрес? Сейчас посмотрим. ЖПС. Смотри, сейчас придет собеседование в полицейский департамент. Мы же можем пойти устроиться копами. Типа мы уже мигалки. Так. Какой там адрес? Сейчас бизнес и вот здесь, да? Развлекательный центр. Да, вот по-моему, здесь. Короче, если сейчас не будет скина выше, идем. Закрой тачку только. Она закрытая.
Отлично. Отлично. Это отлично. Так, последняя, по-моему, дверь. Короче, высотой как шкаф. А кого ты выбрал? Пока Боярский. Вот, смотри, как шкаф. Вот, Путин как шкаф. Да Боярский выше. У Боярского шляпа есть. А Григорий Лепс? Нет, Лепс с рюмкой водки ниже. Петр тоже неплох. Слушай, как там снять его? Нет, Боярский ниже. Как там снять эту хрень? Заклинание надо, да? Нет, зачем? Не помню, кстати, как снять. Бери Путина и поехали за мигалкой. Путин самый высокий. Погоди, погоди. Что, что, что? Сейчас надо посмотреть. Там порчу надо вроде бы навести. Чтобы снять костюм? Может, ресет также надо сделать? Не, порчу. Наверное. Шляпу только сняла. Так иди бери Путина, нормально, высокий. Погнали в ментовский участок, сейчас устроимся. О, это наша тачка? Да. По-моему, она перекрасилась. Перекрасилась, да. И дрова какие-то. Погнали, сейчас станем копами заодно. Может быть. Так, тогда нам реально возьмут. Дадут. А если возьмут, мы сразу возьмем тачку ментовскую, сразу такой разврат устроим. Они посмотрят, что мы приехали на своей тачке. Путин и Элвис. Так ты Филипп Киркоров, по-моему. А, точно. Путин или Филипп Киркоров. Приехали. Друзья навек. А где проходит собеседка? Два брата-акробата. Да, наверное, здесь в Мусаровке. Ну, я думаю, нас не возьмут, если там нужна РП-отыгровка. Да возьмут. О, смотри. Чё? Привет. У вас нет пропуска, слышь? Привет. А, да, нам? Я тебе. Лицензии. Ой. Лик. Донь, у вас нет лицензии на оружие. Ой, все. Ты по мне стреляет, черт возьми. Дай автограф. А как документы показать? Не знаю. Напиши мне их, не. Шоу. Must go on. Шоу must go. Напиши шоу must go. Шоу must. Блин, подожди, или просто пас там. Или пас вот так вот. Я забыл как. А, вот, показал.
Вы нам не подходите, говорит. Машина Ой. Горит! Машина горит! Нет! Я убежал. Что он взрывается? Волс. А, блин, он этот взял, слышишь? Волс. Погнали за мигалками. А все реально разбежались. Да? Да, Донни. Надо было купить лицензию на оружие. Нас бы взяли. Ну, кто же знал-то? Я думал, что там будут какие-то, типа, это... Собеседования, типа... Скажите, сколько Подожди. Будет 2 плюс 3. Да погнали за мигалками и кого-нибудь сейчас нахлобучим. Сейчас это долго будет. Сейчас, подожди. Вон, мэрия Сан-Фьера. Мы где? Лос-Сантос? Лос-Сантос. Че, мэрия? Короче, мэрия Алонсо и Джеймс Круз. Алонсо и Джеймс Круз. И че это такое? Лицензия. Товарищ генерал. А кто товарищ генерал? Да женщина вот эта вот. Да ладно. Господи, вот не повезло мужикам. Где этот Фернандо? Годитесь на сержанта. Фернандо. Ой, боже, ёпте, 207. А я показываю всей этой женщине, показываю документы. Она в шоке, наверное. Вы нам не подходите. Почему? Никогда не нарушал закон. Ты напиши честно, что хочешь щемить людей. Вы к нам не подходите, вы незаконопослушны. Прикинь, мы незаконопослушны. А как узнать, законопослушны мы или нет? Я написал, только вынес поднос с виноградом из супермаркета. А так я бы хотел, как и вы, щемить людей и баб. И брать взятки. Вы тоже любите брать взятки. Садись в коповскую тачку. Газульку покрутить. Он решил свалить по-тихому. Он, кстати, смотрел уже у меня. Опа. Взяточку надо. 50 тысяч? Да. Я не взяточник. Я тоже.
Я взяточник. Давайте. Черт возьми. Продажные копы. Я тебе сейчас дам. По шее. Он принят. Сразу он принят. Ну-ка. Смотри. Так, пас, да? Да. Не. Напиши, и ты дашь полтинник. У тебя что, реально десятка и все? Не, у меня 40 есть. Но у меня 60. Напиши, даем вдвоем, даем сотку. БСЖ, что это такое? БСШ. А где они, черт? Вон он. Вон убежал. Подожди, а где наша тачка? А, вон стоит. Не хотят нас брать в полицию. Как стать законопослушным? Предлагаю кого-то спалить. Он собирается сосать на крыше. Слушай, давай так же угарнем. Поехали возьмем горящий этот скин. И приедем просто на тачке. Сейчас, приедь ко мне сюда. Я тут пытаюсь все еще. Мучаю их. Чувак, хотел тачку угнать. Блин, он просто убежал от меня, а? Вот и устраивайся потом. Садись в тачку. Да я не вижу, где она. Да вот же, я стою возле тебя. Где? Да где, вот. Да нет, тебя возле меня. О, блин. Меня за это, захерячили за чит программы. Да? Код 17. Фак. Ну ладно, что ж, на этом будем заканчивать. Надеюсь, ребят, вам понравилась эта серия. Подписывайтесь на наши каналы, все ссылочки есть в описании, и всем пока. Пока-пока, ребят.